Далее расскажем о легендарной группе One Direction. Чарты скоро просто разорвет. Корейский бойсбенд BTS уже начинает волноваться. А также жена LG, блогер Настя Ивлеева, без стеснения заимствует стиль Дуа Липы. А раньше подражала Хейли Бибер. Звездный дайджест прямо сейчас. 23 июля бойсбенду One Direction исполнится 10 лет. И парни готовят шквал нового контента. Они запустят специальный сайт с полной историей группы, начиная с их первого прослушивания. А еще One Direction выпустит совершенно новое праздничное видео, сделанное специально для поклонников. И ходят слухи, что в нем появятся неожиданные гости. В ролике будут никогда ранее не публиковавшиеся кадры и тонны BTS. Вот это да! А ведь воюющие между собой фанаты BTS и One Direction еще не помирились после того, как американцев назвали лучшим бойсбендом десятилетия. А корейцы увели у своих конкурентов титул самой популярной группы в Ютубе. У BTS теперь больше всего подписчиков. И как вишенка на торте, солисты BTS недавно вышли в прямой эфир, и фанаты заметили, что на фонах играет трек Гарри Стайлза. Кажется, намечается коллаборация века. Сейчас